Не знаю ни одного из кандидатов, из 11 кандидатов, которые там баллотировались, и не знаю человека, который сегодня победил. Вот. И поэтому говорить сложно. Дай Бог, чтобы этот человек пришел действительно нести пользу, сделать нечто полезное, благоприятное для населения. Но то, что Единая Россия сегодня вот иногда действует как бы из-за спины, и это наблюдается и на выборах в Москве. Не слишком популярная партия «Единая Россия», и поэтому они выдвигают, как бы, ну, поощряют своих кандидатов, выдвигаться не от политической партии, не от «Единой России», а выдвигаться якобы как независимый, самостоятельный игрок, ну, естественно, обеспечивают ему победу. Это просто новый прием вот непопулярной политической партии, которая осуществляет властные функции в стране.